Друзья, всех приветствую! Итак, в прошлом видео мы производили облицовку душевого поддона. Это у нас была первая часть. Во второй же части мы будем производить облицовку стен. Ну а что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Ну что ж, погнали! Перед укладкой плитки мы, конечно же, погрунтовали, а в местах, где будет располагаться душевая кабинка, нанесли гидроизоляцию. Как вы уже поняли, мы начали с первого ряда, так как плитка здесь простенькая. Стены проходим клеем Наздир. Далее наносим клей на плитку и вперед. Так как здесь у нас керамика, достаточно пристукать резиновым молотком. Для того, чтобы легко сбивалось СВП, фиксировать плитку будем вот такими вот подковами. Размер подков составляет 1,5 мм. Одна стена готова. Теперь посмотрим, как данная система будет сбиваться на второй день. Система удаляется легко и непринужденно. Далее произведем монтаж плитки другого формата, так как сказать будет комбинированный санузел, плитка всех мастей. Размер данного кермогранита составляет 1200 на 200. СВП я применяю от завод Пластик Руси размером 1,4 мм. Данный размер обозначается красным цветом. Но у них много всяких цветов, и на каждый цвет свой размер. Кстати, я уже делал обзор на эту систему. И на всякий случай оставлю ссылку в описании видео, чтобы вы могли ознакомиться полностью с этой системой. Плитку кладем в разбежку и хорошо трамбуем ее виброприсоской. Тем самым она отлично контактирует с основанием. Здесь у нас нанесена гидроизоляция, это зона душевой кабинки. Да, кстати, материал этой системы изготовили так, что затянутый СВП не теряет усилия напряжения, даже спустя сутки, и позволяет произвести плотную фиксацию плитки. Далее кладем керамику. Вот такой вот необычный у нас дизайн проект. Но кто не видел первую часть, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео, а также на данную систему, если кому интересно. Ну что ж, работу в данном санузле мы закончили. Осталось сбить СВП. Thank you.
Ну вот, и готова наша душевая. Осталось затереть. Друзья, кому информация была полезна, ставим пальцы вверх. Кому нет, тоже. Ну а чтобы не пропустить самое интересное, подписываемся на канал и жмем на колокольчик. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.